Мотор стиралочный. 4 месяца назад мотал. Говорит, не работает на машине. Включился на щетке. Полметра. Вращаю. Начал вращать. Но болтается. Реакль сдох. Но 4 месяца прошло. Мне их вообще не возвращают. Каждую неделю мотаю. Но в месяц пару точно. Тут первая вернулась. Что он там и делал? Кто-то научил хозяина разобрать хорошему токарю. А хорошему это мои выдумки уже. Отдать токару проточить коллектор. Проточили. Стружку, похоже, забыли. Да не похоже, а забыли. Потому что потом признались все-таки, что... Вот, короче, теперь просят оценить, сколько будет стоить. Сейчас будем поглядеть. А тут, на удивление, ну я также встал. Вот по чуть-чуть рывками вращаю. Не меняется сопротивление. Чуть больше 2 Ом. В разные стороны вращаешь. В разные стороны стрелка дергается. Кровать смотреть хорошо, хоть он не завальцован на винтах. Это может быть еще стружка ставить. Не все почистили. Если она осталась, то они, конечно, ее уже давно спалили. Ну тут вроде коротышей нет. Сейчас потычу 7 метров. Может, найду, где коротыш. Ай, блин, спец. Так, вот тут натурально. Вот это вот 13-е. Вот это 0. А тут есть сопротивление. А вот 14-е. Или какая? Где-то же я сейчас тут увидел. А, вот она. 15. Ну вот там его и видно. Метров у людей нету. Что такое Ом, и люди не знают. Ну и правильно нахер заморачиваться. Всякой херней себе голову забивать. Не стирать, не стряпать, только ебститься золотые ручки. Причем она там, блядь, не сидела, ножки раздвинув, у него упираясь, вломили. Ушло. А что у нас любимый приборчик? Во бабла слупил нынче.
по-легкому. Как жмура Ахментяра. Это что еще вылезало? И спорят еще со мной. Мы ментая нормального не пробовали. И спорят. Ни ментая, ни сайры, ни бурятской тушенки. Все вас пропастиной Вова кормит. Говенный, кошерный. Так, идите вы все нахер. Так, что мне делать? Надо проточить. Собирать, включать, пробовать. Так, тут центра нет, а тут есть. Снял, ну, будем пробовать. Тут хорошо, но и тут терпимо. Схожу еще, посмотрю еще сюда. И тут еще лучше стало. Говорит, отдавал хорошему токарю. Ну, сгоны точить можно, он хорош. А тут, он видишь, что творится. Тут одно. Десяткой не отделаешься. Вот это почти одна десятка прибавлена. Сейчас будем еще прибавлять. 5 соток-то еще точно. Это получается 15. 0,15. Ну вот. Сейчас почищу между ламелями, полирну. А вот тут только сейчас увидел. Тут, наверное, обрыв. В этом месте. Сейчас буду звонить, смотреть. Где она? Вот она. Вот между ламелями в нормальном состоянии. Вот замкнуто. Надеюсь, видите. Сейчас меньше. Так вот побольше. Может четверть тёма, может поменьше. Но здесь так же. И здесь так же. Вот так, чуть больше двух. Чуть больше двух. Чуть больше двух. В общем, очень может быть, что и живое все это дело. Сейчас магнит поставлю. Датчика оборотов. Это не холодатчик, а то тут некоторые... придираются к словам. И лишний никогда лишний раз посмотреть. Попадется стружка, все на смарку. Собираю. Так. Вот это, по-моему, датчик температуры. Да, на нуле. Это щетки. Якорь, корректор. Да. Вот. А это статорные. Значит, перемкнуть нужно либо вот это, либо вот это. Будет по-разному крутиться в разные стороны. Так. Ну, сейчас ключ. Ну, поехали. Через латер. Это ток. 100 вольт. 150, 200, 220.
духманчик, что ли, как вот каким-то шоколадом, что ли, воняет. Они бывают, ну, протирают, чем только не протирают. Ну, ток нормальный, но, может быть, подшипники звенят, потому что они тут утопленные. Искрения нет. Духманчик какой-то есть, но не греется он. Я затолкал палец. Нет. Это холодно. Потычусь еще метром на щетке. Включу попозже. Видите, нет ли стрелку? Верьте на слово. Вот тут его сопротивление есть, а вот тут нету. Тут тоже есть, а тут нету. Ом, ноль. Я ж тебя проверял. И прибором проверял. Но бывает. Как чувствовал, говорил, что не лишне проверить. Вот все-таки какая-то стружка туда упала. Сейчас стало нормально. Еще что ли чего? Ну, нашел еще в одном месте. В трех местах уже получается. А приборами показывало, что все нормально. Я уж проверял его метром. А после работы пробивает. Напряжение между ламелями все равно там несколько десятков вольт. 200.
Ну, все признаки того, что он живой и работает. Но мне ничего не остается сказать, как только сказать починил.